Всем привет! Новый день, новый влог! Мы сегодня уже с самым младшим сыном. Он у меня тут в коляске спит. Приехали во дворец Кенбуккун. Встретимся с Леной, с девочками. Погуляем по Сеулу. Давно я не была в таких туристических местах. Вчера прям развеялась. И сегодня будет продолжение. Будем гулять, наслаждаться красивым видом Сеулом. И я обязательно вам все покажу. Много людей в корейских национальных костюмах. Называется ханбок. О, это же дети. Так мило. Возможно, мы тоже возьмем в аренду. Это будет очень красиво. Мы встретились с Дианой. Вот ее муж охраняет Джуна нашего. Будем брать в аренду ханбок. Точнее, Диана будет, а я нет. То есть мне нужно будет кормить Джуна, а в ханбоке я этого сделать не смогу, к сожалению. Но красоту я вам обязательно это покажу. Сначала вы выбираете юбку, а затем верх. Что-нибудь уже присмотрела? Красота. Вот эту красную юбку ты думаешь? Можно. А можно сделать так, чтобы низ был одного цвета, вверх другого. Тоже классно будет смотреться. Здесь получается вверх. Далее сумочки. А здесь можно сделать прическу, макияж. Красота. Помогают. Сказали сначала выбрать юбку. Ну вот розовая. Да, они все по плотности одинаковые, да. Это хорошо в шортах. Тебе не так жарко будет. Ну, мне нравится. Тебе розовый, да, тебе розовый идет. К помаде подходит. К нему надо подобрать. Да, они могут помочь, кстати, подобрать. Сегодня очень много людей, так как сегодня последний день, когда Кенбуккун можно прийти бесплатно. Такую акцию устроили в честь праздника часок. Обычно бесплатно можно ходить только тем, кто в национальных костюмах. А сегодня вход для всех бесплатный. Здесь немного кого. Так что я не единственная с коляской. Зайка это, да?
Корейский зайка, Марин, да? Это корейский зайка. Спасибо корейский большое. Зайка был. Спасибо большое, девочка. Да. Они как будто из дорамы поели. Стой, подожди, я же не сняла, моя дочка. Иди ко мне. Как будто колючка. Кто тут такой хорошенький спит? Спит еще. Спит еще сладкий. Почему его накормила? Он тут до сих пор спит. На свежем воздухе хорошо спит. А вот и мы и на Мендоне. Торговая улица Мендон. Здесь очень много уличной еды. Разные магазины. Рай для шопоголиков. Очень много иностранцев. Вкуснятина. А запах какой? Вкусные креветки. Мам, будешь такое? Я не особо любитель морепродуктов, но моллюски я просто обожаю. Мы часто ездим в Инчон к морю. Там много разных чертанов, где их продают. И вот не ожидала увидеть на Мендоне. Возьму порцию. Стоит это все 10 тысяч вон за 5 штук. Кушай! Большой маршмеллоу! Смотри! А внутри будет мороженое. Это тортик в виде капли дождевой. Так и называется. Тортик в дождевой капли. Вау. Я давно хотела попробовать. Что, вкусно, Мэн? Замеда. Давайте попробуем то, что я давно хотела попробовать. Очень сладко. Внутри мороженое. Это очень вкусно. И очень сладко. Сейчас вам Лену покажу. Ага, спасибо. Что это такое? Вообще хрен знает. Так. Что это такое, да? Непонятно. Первый раз вижу вообще. Она реально прозрачная. Смотри. Ой, она как-то даже... Вот. Как на вкус? Я не понимаю, что это такое. Это как... Как желе? Желе. Ой, я хочу желе. Мам, я хочу желе. Мам, я хочу желе. Ван. Это тесто, вау! Тесто как облачко, да? Потом оно вот так сформирует и получится прикольно.
Она где-то... Посмотреть, какое там те... Ой, оно такое воздушное, капец! Мы пришли в рай для любителей орехов, а именно миндаля. Здесь продают миндаль с разными вкусами. Это место очень популярно среди туристов. Многие туристы везут именно на подарок вот этот вот миндаль. Разные вкусы, как и сладкие, так и соленые, острые, кислые. Есть абсолютно все. Очень так необычно. Я тоже, когда ездила с туристами в Корею, привозила просто пачки этого миндаля. Я попробовала практически все, кроме острых вкусов. Острый я попробовала один, мне не понравилось, но вот сладкие вкусы просто бомба. В итоге все острые вкусы, которые я привезла, мы их просто выбросили, потому что не смогли осилить. Для нас было слишком остро. Так что, если будете на Миндоне, обязательно заходите в этот магазин, покупайте на подарок. Очень необычно, очень вкусно. Думаю, вашим родным, друзьям, да и вам самим очень понравится. Магазин называется HBAF. Я не знаю, как правильно произнести. А если вы знаете, как это произнести, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду благодарна. Адрес я оставлю в описании под этим видео. Так что, если будете, обязательно заходите. У них также продаются ассорти. Микс из разных вкусов. Сейчас мы в русском кафе на Тандемуне. Приехали есть русскую кухню. Больше где-то там 13 лет. Нет, вы не знакомы. Нет, вы не знакомы. Мы это начали с ней общаться, когда уже... Можно мне, пожалуйста? Заказали кучу всего. Как это называется? Черевон. Да, черевон. Сколько вы там были? 2 недели. Но после 3-х родов я не пошла. После 2-х. Можно максимум месяц. Я буду месяц. Отгоняй, отгоняй кого. Ой, молодец. Ой. Мне кажется, Валерий не будет ревновать. Что-то здесь нету дороги, да? Неправильно я? Да, правильно, правильно. Нас Оксана решила подвезти с Чунчиком.